Еще раз повторюсь. Так случилось, что у каждого в жизни бывают такие мгновения, когда уходят самые дорогие люди. Значит, человек, который научил меня делать в этой жизни все, вот, который научил радоваться жизни, который сказал: сынок, если хочешь в жизни добиться всего, забудь слова такие, как «не могу», «не хочу», «не умею». Вот. Это человек, который просто заснул и не проснулся. Вот. Посвящается как моему, песня, которая была написана в госпитале, ну, как получилось у меня там, так получилось. Я слышал такую историю: чем меньше текст, тем дешевле телеграмма. Извиняюсь за свои связки, но я попробую хотя бы нашептать эту песню. Ветер дул в архангеловые трубы, времени раскачивая бег. На больничной койке стиснул зубы, умирал от боли человек. На больничной койке стиснул зубы, умирал от боли человек. А духа тихонько отпевала, муки проклиная на чем свет. Думала, над койкою летая, возвращаться в тело или нет. Думала, над койкою летая, возвращаться в тело или нет. Никогда не поздно в гости к Богу, а недолюбившая душа верно всегда найдет дорогу, только жизнь чертовски хороша. Верно всегда найдет дорогу, только жизнь чертовски хороша. Дайте ангелу болящему отсрочку, он недолюбил, недострадал. И рванул больничную сорочку, он открыл глаза и задышал. И рванул больничную сорочку, он открыл глаза и задышал. Иногда бывает так, поверьте, смерть поправ закон ее круша. Не врачи спасают нас от смерти, а спасает добрая душа. Не врачи спасают нас от смерти, а спасает добрая душа. Всегда спрашиваю, есть ли люди, которые могут, ну, написать, допустим, там, стих там. Вот. И есть в этом городе, в Феодосии, замечательная девчонка, фамилия у нее Юля, звать Юля Васильевна. И вот она, ребенок, вот такой, в 25-м, наверное, передает стих. Это стих, который написал ребенок в 5-м классе. И вот на этот стих я просто, ну, как бы немножко придумал музыку. Вот что из этого получилось? Почему так в жизни бывает? Почему боль так давит в груди? И разлука зачем наступает? Ведь у нас с тобой все впереди. Почему, как впервые смотрю я в отражение невинной души? Почему по любимым тоскую? Почему мир на что нет во лжи? И зачем мы должны все покинуть, разорвать, чтобы темным должно? Половинку на небо закинуть, половинку на черное дно. И ответ никогда не найду я, почему мне так больно любить? Только нежные губы целуя, понимаю, нам вместе не быть. Только нежные губы целуя, понимаю, нам вместе не быть.
Сердце снова к небу взлетется, на мгновение останется там. И землю оно разобьется, подавая волю слезам. И с ума я сойду от печали, вспоминая эти светлые дни, вспоминая, как вместе гуляли мы по целому свету одни. Вспоминая, как вместе гуляли мы по целому свету одни.